Детский сад «Дюймовочка» города Десногорска стал победителем всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020 года», оказавшись в числе 1000 лучших учреждений дошкольного образования страны. Оценивалась красочность нашего стенда, потому что все это виртуально было оформлено. Красочность, образность, наполняемость нашего стенда виртуального, но и, кроме всего прочего, еще и большую роль сыграли родители, конечно, что им огромное спасибо. Они приняли участие в голосовании за наш детский сад. Конкурс на звание образцового детского сада стартовал в ноябре прошлого года. За 5 месяцев организаторам поступило свыше 48 тысяч конкурсных заявок, из которых жюри затем выбрало 1000 лучших, и среди них детский сад из города Атомщиков. Победа в этом конкурсе дала нашему коллективу возможность стремиться к еще большим победам, к развитию, к тому, чтобы наш детский сад имел возможность привлекать к себе как можно больше воспитанников. Его руководитель Раиса Цыганкова награждена медалью, дипломом и сертификатом победителя.